К другим темам. Провести уборочную быстро и эффективно смогут южноуральские аграрии. Эшелон сельхозтехники поступил на Южный Урал. Компания «Равис» закупила 10 комбайнов и 6 самоходных косилок. Одна крупная машина может убрать более 1000 гектаров. Это территория 2000 футбольных полей. Работать новейшая техника начнет уже в ближайшие дни. На Южный Урал машины привозят на 12 железнодорожных платформах. Комбайны и косилки закупил агрохолдинг «Равис». Современные машины будут убирать с полей компании урожай ячменя, пшеницы и кукурузы. Зерновые культуры – это кормовая база для животноводческих площадок «Рависа», предназначена для бройлеров, крупного рогатого скота и свиней. Из собственного сырья «Равис» получает качественный корм. И это гарантия отличного качества конечной продукции, объясняет директор агрохолдинга Андрей Косилов. К тому же наличие собственной кормовой базы помогает компании экономить и не повышать цены. Часть новой уборочной техники уже приступила к уборке зерновых культур. О приобретении новой техники Андрей Косилов объявил на выставке «Агро-2017». Это огромный вклад в увеличение скорости уборки, снижение потерь, увеличение урожая. Я должен поблагодарить за это компанию «Росагролизинг», трудовой коллектив «Рависа», ведь все-таки это деньги, которые мы зарабатываем в виде прибыли, и губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского, который ежегодно увеличивает ассигнование на поощрение компаний инвесторов, приобретающих новую технику. Комбайны «Акрос» 585, закупленные «Рависом», во всем мире признаны лучшими в своем классе. Их использование позволяет максимально сократить потери зерна из-за осыпания. Среди преимуществ также оснащенность очень широкими жатками, адаптированными для работы, в том числе и на неровных полях. Один такой комбайн стоит более 20 миллионов рублей. «Равис» закупил их 10 штук и еще 6 самоходных косилок. За последние 3 года на покупку сельхозтехники «Равис» потратил 500 миллионов рублей. И новый парк техники агрохолдинга состоит из 20 зерноуборочных комбайнов и 27 самоходных жаток. «Равис» ежегодно собирает более 100 тысяч тонн зерна, а это 160 тонн собственных кормов. Угодья агрохолдинга составляют более 120 тысяч гектар обрабатываемых земель в Сосновском, Веткульском, Троицком, Варнинском, Уйском и Каслинском районах.